слушай, погода какая-то вообще некатабельная. Кстати, я вот футболом не увлекался, ты знаешь, да, но сейчас с чемпионатом мира вот люто подсел. Ну, не знаю, мне прям нравится это смотреть, и я решил, короче, на ставках немного денег срубить. Искал букмекерскую контору и нашел вот MostBet. Короче, MostBet очень удобная контора, смотри, она офигенно надежная, и можно выводить на карточку, на Kiwi кошелек, можно на Вимане выводить. Короче, я в футболе не очень разбираюсь, но я нашел телеграм-канал, где делают прогнозы, то есть прогнозы эти бесплатные и довольно точные. И при желании, вот смотри, можно, например, там, Швеция, высшая лига, да, вот закинуть, что обе команды забьют, и реально, ну, заработать на этом. По-моему, как поднять бабла, вот абсолютно нормальная тема. Переходите в описание, я там оставлю ссылки на Пашины прогнозы, а также оставлю ссылку на MustBet. И бонусом вы получите 100% к первому депозиту на MustBet, поэтому бегом ставить e-sport, а может быть появятся ставки на какие-нибудь X-Games когда-нибудь, мы будем поднимать на том, что мы разбираемся в самокатах. Доброе утро. Ох уж эти обновочки Инстаграма. Переходите, задавайте мне вопросы. Буду пытаться отвечать. Тупо завтрак чемпиона. Короче, сосиска в тесте, конверт с картофелем и какая-то сладкая фигня и сок. Не знаю, на большее я пока что не способен. Зато сам приготовил. Уже третий день не могу ничего снять, потому что погода. Просто с утра просыпаешься, вроде солнце, птички поют, а потом вот такие вот тучи, блин. И все, и фиг знает, что с ними делать. Кстати, чемпион позавтракал. И время, не знаю, ждать нормальную погоду, чтобы поснимать что-то. И снова я тут. Вы сами просили больше Михея, честно, я и не хотел его звать. В общем, что мы сегодня будем с тобой делать? Давай, Михей, показывай свои два випа. Откуда? С гэпа? Да, с гэпчиком. Ну, давай. Ну. Я просто каждый раз бываю меньше. Нога в колесо вошла. Я говорю, что в гэпе нет. Да ну ладно, ты с первой попытки увяз? Да. Сколько раз ты вообще их увозил? Мало. Блин, я думал, сейчас будет много кадров, давай. Так, лады. Надо какие-нибудь лайты тоже что-нибудь. Давай. Держи. Как же это обожаю плохо. Аддикт. Иван, тебе нравится такая популярность? Немножко. Время от времени. Сфоткаешь. Кому привет хочешь передать? Никите Дяченко. Тебе нравится Минск? Ну, вот в такие дни, да, неплохо. Особенно, когда с тобой какой-то школьник, который бесит. Ну ладно, ладно. Ну давай тоже попробую. Е-бой! Давай, может, мануал закругленный. Типа вот по той штуке. А, вот по этой? Да, такой полуокруглый. Прикинь, ну, пройдет же лет 5, это видео, оно на ютубе останется. А, ну да. А ты постареешь на лет 5. Сколько тебе лет будет? Почти 18. Ай! Кстати, у меня новые кроссовки. Такой, все, увожу ее. Гостман на самокате. Блин, чувак, я не думал, что будет так жарко. Сейчас плюс 20 чем-то. Нет, солнце сильное, я не знаю. О, похудеем. О, есть только ты. Да.
Да, ты стильный. Такой маленький, а такой жесткий. Backslap VIP. Даже звучит хорошо. Хочу научиться делать one hand bridge, чтобы делать... Ай, больно! Надо подписываться на Инстаграм, знаешь какой? Ну, полагаю, на мой, потому что у меня там стори и вся фигня. А, ну да. Еще можно, в принципе, и подписаться на мой. Но если вы захотите подписаться на какой-нибудь второй Инстаграм, кроме моего, подпишитесь на тусовку самокатную. Офигенно просто Инстаграм. Ну, я реально... Обломался. Не, реально, на самом деле, мне очень заходит. Знаешь, ты просто ночью листаешь ленту, и тут такие прикольные посты, такой, йоу. Там чисто вот отборный контент. Да, знаешь, я именно сохраняю их себе, и потом пересматриваю и друзьям показываю, что это я. Скутер-пати — контент, который вы сохраняете. Вот так вот. Эта доска меня убивает, братан, эта доска меня убивает. Она меня просто убивает. Поменяю доску Addict на какую-нибудь доску. Меняемся, Вова? Еще пару ударов, я и на твою поменяюсь. Бейся сильнее. Обожаю Addict. Сколько можно, чувак? Я прошлое видео монтировал, я тебя убить хотел за это. Ну, это уже никого не удивишь. Давай DS Backslap. Ладно, у меня появилась идея. Короче, мы можем сделать полноценное видео про трюки через Backslap. Для этого пишите в комменты Go Backslap. Вот. Если будет много комментов Go Backslap, то Смехай. Я сделаю полноценный видос про трюки на Backslap. Мы просто поедем и будем пытаться все сделать. Брай вообще все. Знаешь, на Backslap. Такой... Я вам базарю. Backslap — это сложные трюки, поэтому пишите Go Backslap, и мы сделаем Backslap трюки. И катайтесь в защите, когда делаете Backslap. В защите жопы. Если это сработает, я буду люто угорать. Забавно. Михей Рип. Подписывайтесь на канал Трещи. Мы пришли на вот такое вот место, я его знал давно, но... Не катался. В принципе, тут нефиг делать, мне кажется, Михей. Почему? Тут типа есть скат. А вот это, Rail Ride. Ну, в общем, не знаю, но тут слишком мало места, тут не разгонишься. Ну хорошо, вот, раз ты считаешь, что это спот, давай, показывай трюки, я буду снимать. Чисто смотри, упасть на скат, и все, и ты весь в муравьях. Это паркеры просто. Нормально ходов. А что, не стиль? Что-то не то, да. Окей, просто скажи, что это не спот, пожалуйста. А на этом все, спасибо, оценивайте, подписывайтесь, комментируйте, я пойду его где-нибудь закопаю, пока.